А сегодня у нас вот такой хорошенький наборчик. Мы его тут раскопали. Когда Стас был маленький, мы его покупали. Решили, ну, немножечко поиграть. В наборе в этом входит лисичка, тучка и Кеша. Тут мебель такая для фигурок. Вот у нас Кеша какой хорошенький. Правда, вот, ну, к сожалению, ничего не шевелится. Ой, тучка. Да. Потом лисичка и Кеша теперь. Теперь Кеша. Вот такие три фигурки. У них есть столик, за которым они могут посидеть. Пожалуйста, ребята, садитесь. Ой, что-то у нас тут ничего нету. Ничего, мальчики, подождите чуть-чуть, я пойду приготовлю. Лисичка пошла такая, тык-тык-тык-тык, в холодильничек, кстати, все дверцы открываются. Вот такой холодильничек, там что-то взяла, чего-то тут намесила и положила в микроволновку. Микроволновка, кстати, тоже открывается. Микроволновочку положила. Входит такой стульчик, я, правда, не знаю, для чего этот стульчик. Потому что вроде бы прям малышей у них нет, но можно, например, тучку посадить сюда. Если он плохо себя ведет, то мы его посадим в детский стульчик. А Кешу, потому что он безобразничает, да, мы можем посадить в колясочку. А лисичка, ой, ну не очень катается, но ничего. Главное, что есть. Наборчик, кстати, напоминает, как был Family. Сильвания с Фэмили, по-моему, у них называется. Да? Домики такие со всякими съежами, там, с енотами. У них тоже были предметы интерьера, мебель всякая. Вот здесь есть классный такой шкафчик. У шкафчика, по-моему, не открывается ничего. Вот тут только вот это открывается, но зато играет классная музыка при нажатии сверху. Такая светомузыка тут даже. Также в наборчик входит кроватка. И она же как сундук. Можно в сундук засунуть. Можно вот тут лечь поспать. Правда, для одного. Ну, ничего страшного. Потом, что у нас тут есть? Душевая кабина. В нее может войти кто-то помыться. Например, Кеша. Я что-то испачкался. Не Кеша. Ой. Ну ладно, тучек. Я их путаю, да. Не так часто смотрела эти мультики. Стас смотрел, любил, когда был поменьше. Помылся, все, вышел. Молодец. Молодец, тучка. А Кеша говорит, а я пойду мыться в ванну. Вода. А лисичка такая, тик-тик-тик-тик-тик, а я пойду переодену шкафчик. Тут такой шкафчик с дверкой есть. Да. В общем, можно играть, развивать свою фантазию. Деткам, мне кажется, любителям мимимишек, очень понравится такой набор. Все, в принципе. Всем пока!